Привет, друзья! Если вы хотите организовать в своей квартире или доме теплый пол, но пока не определились, какой именно выбрать, рекомендуем обратить внимание на Теплолюкс Мини. В нагревательных матах Теплолюкс Мини сочетается высокое качество, приемлемая цена и высокая надежность, подтвержденная длительной гарантией. В этом видео мы поговорим о том, как подобрать теплый пол Теплолюкс Мини для вашей квартиры или дома. Посмотрев это видео до конца, вы прекрасно разберетесь в вопросе и сможете сами определять, какие комплекты для теплого пола и в каком количестве вам нужны. Вам только останется найти их по хорошей цене и заказать в интернет-магазине «Теплый дом». Теплолюкс Мини – это нагревательные маты, которые предназначены для устройства теплого пола, без стяжки. Преимущества этого очевидны. Это не уменьшает высоту помещения, это сильно упрощает работы по монтажу, это делает сам теплый пол дешевле. Теплый пол Теплолюкс Мини может укладываться в плиточный клей, в мастику, в раствор для выравнивания пола. Одним словом, он может укладываться как непосредственно под чистовой слой, например, плитки, так и в тонкий слой окончательного выравнивающего раствора. Это также делает Теплолюкс Мини очень привлекательным, поскольку трудозатраты при его установке минимальны. Теплолюкс Мини может использоваться для любых напольных покрытий любых производителей. Ламинат, паркет, линолеум, ковролин, кафельная плитка. Абсолютно любые виды покрытий могут укладываться на теплый пол Теплолюкс Мини. Следует знать, что нужно подбирать напольные покрытия, специально предназначенные для укладки на теплый пол. Обычно это указывается на упаковке. Также не следует укладывать Теплолюкс Мини под покрытие с очень низкой теплопроводностью. Например, уложив теплый пол под половую доску толщиной 40 мм, вы впустую потратите деньги, поскольку поверхность пола, по которой вы будете ходить, практически не будет нагреваться. Теплолюкс Мини можно использовать в любых помещениях любого назначения. Ванная комната, детская, кухня, кабинет, коридор, прихожая. В любом помещении можно использовать Теплолюкс Мини. Единственным ограничением будет тот факт, что если в помещении повышенная влажность, то терморегулятор следует устанавливать в другой, смежной комнате. Как же подобрать греющий мат Теплолюкс Мини для вашей комнаты? Первое, что вам нужно сделать, это рассчитать площадь, на которую вы будете укладывать Теплолюкс Мини. Вы берете лист бумаги в клеточку, рисуете на нем вашу комнату, желательно в масштабе. Например, один квадратик, 1 метр. Второе. На этом же листе бумаги вы рисуете всю крупную мебель также в масштабе и в тех местах, где она расположена. Диваны, кресла, тумбочки, шкафы, шкафы-купе – все указываете на плане. Под мебелью мы не будем укладывать теплый пол. Дело в том, что греющий мат теплого пола должен отдавать свое тепло в окружающую среду. Если поставить сверху шкаф-купе, то в этом месте может произойти перегрев, и мат выйдет из строя. Третье. Нарисовав таким образом вашу комнату и мебель на ней, вы считаете свободную площадь. Так мы узнаем, на какой площади мы будем укладывать теплый пол Теплолюкс Мини. Четвертое. Вы заходите на страницу, ссылка на которую отображается у вас на экране. На этой странице вы видите весь ассортимент теплого пола Теплолюкс Мини по самым лучшим ценам в интернете. В названиях нагревательных матов указано, на какую площадь используется именно этот комплект. Вот, например, до 2,3 квадратных метров, до 5 квадратных метров и так далее. И дальше вам сориентироваться очень легко. Вам нужен теплый пол на площади 3 квадратных метра. Вы находите нужный комплект и приобретаете его. Или второй способ. Вы можете ввести требуемую вам площадь обогрева в умный фильтр, и он выведет все комплекты, которые подойдут. Если у вас большое помещение и нет комплекта, который бы подходил по площади, смело делите площадь пополам и выбирайте два меньших комплекта, суммарный обогрев которых вам подойдет. Например, если площадь вашего помещения 20 квадратных метров, выбирайте два комплекта до 9,5 квадратных метров каждый и заказывайте. Дальше. Выбираем нужный комплект или несколько, добавляем в корзину, оформляем заказ, оплачиваем и получаем заказ любым удобным для вас способом. Максимально от момента заказа до доставки пройдет 3-5 дней. Рекомендуем вам обязательно посмотреть видео «Как укладывать греющие маты Теплолюкс». Там мы подробно рассказываем, как правильно выполнять монтаж нагревательных матов. Также посмотрите видео, как подобрать терморегуляторы Теплолюкс для вашего теплого пола. Чтобы прямо сейчас подобрать себе теплый пол Теплолюкс Мини, нажмите на ссылку на экране. Также эта ссылка есть в описании к этому видео. Не забудьте подписаться на наш канал, ставьте лайки и задавайте вопросы в комментариях.